Чи тобі на ухо наступив? Глухая? Що? Не чуєш? А где захочешь, там заночуешь? Ах ты ж старая ведьма! Я тебе глухоту-то вылечу! А ну-ка подавай на стол! Да нечего, родимый! Сейчас я проверю. Да, нечего. Ну тогда кашу завари. Ты не из чего, родимый. А у меня голова светлая. Или в таких-то запах сводила. Ну, у меня руки золотые. Давай сюда топор, я кашу сварю. А котелок нести? Неси, неси. Ой, сейчас. Сейчас, Ради. Скружила бабушке голову-то. Ой. На, родимый. На, давай, давай. Осторожный топор, очень острый. Хорошо. Порежься. Ну что, можно уже попробовать? Нет, еще нельзя. Вот всем покажется, ну, так крупы не хватает, подсыпать надо. Эх, заговаривает он мне супы. На, милок, на. Хватит? Хватит, хватит. Ой, не рассыпать бы. Ну что, можно уже попробовать? Нет, каша почти готова. Только масла не хватает. Вот морочит он мне голову. Ладно, сейчас принесу. Милок, стой-ка, хватит? Хватит, хватит. Ну что, можно уже попробовать, да? Все можно, я тебе сейчас положу. Ну давай, давай. Ой, я вижу, ты тоже за обе щеки уплетаешь. Ну да, каша-то вкусная. А вот я смотрю, топор, че, он сварился, нет? Не сварился. Я его с собой и возьму в дороге, доделаю и съем. Позавтра. Хорошо. Ну ладно. Ладно. Пока, бабушка. Пока. Я пошел. И топор унес. Ой, оставил он меня с носом.